На 10 ноября приходится один из самых значимых праздников новейшей истории нашей страны – День сотрудника органов внутренних дел. Обеспечение охраны общественного порядка, спокойствие граждан и бытовые вопросы – основные задачи полиции, с честью выполняемые сотрудниками правоохранительных структур государства. Студия Новочебоксарского телевидения поздравляет сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Желаем, чтобы честь и отвага, доблесть и соблюдение законов, честность и вера в свое дело приносили вам удовольствие и гармонию. Вы – надежная опора и поддержка миллионов граждан. Благодарим вас за труд и отдачу. Желаем легких рабочих будней и профессионального роста.